Министерство обороны Республики Узбекистан подписано меморандум о взаимопонимании с оборонным ведомством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в военной сфере. Документ предусматривает укрепление взаимодействия по многим направлениям, в том числе и в сфере подготовки кадров, проведения совместных тренингов. Детали раскроет Лола Ракаева. С самого начала переговоров стороны были настроены исключительно на конструктивный диалог. В повестку дня встречи включили вопросы, касающиеся параметров налаженного взаимодействия, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Партнеры отметили тенденцию динамичного развития контактов между оборонными ведомствами двух стран – военной и военно-технической сферах. Мероприятие реализуется согласно плану двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами, подписанного в январе этого года. Оно включает в себя мероприятия, направленные на обмен опытом по вопросам военного строительства, обучение военнослужащих, привлечение британских специалистов для проведения лекций и семинаров, обмен опытом в сфере военной медицины, а также на проведение совместных учений и тренингов. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Республики Узбекистан и оборонным ведомством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве. Данное соглашение предусматривает сотрудничество оборонных ведомств в сфере военного образования, подготовки военных кадров, языковому обучению, проведение совместных тренингов, участие военнослужащих Узбекистана в различных учениях вооруженных сил Великобритании в качестве наблюдателей. В ходе встречи зарубежные партнеры отметили успешное участие команды военнослужащих Министерства обороны Узбекистана на международных соревнованиях «Кембрийский патруль», прошедших в октябре прошлого года. Дебют узбекских разведчиков оказался удачным. Выступив на столь престижных соревнованиях, где участвовало порядка 140 команд из 29 государств, в британском городе Брекон наша команда заняла почетное второе место. Thank you.